Всем привет, ребята, с вами я, Нубик, которому 7 лет, ребята, меня зовут Нубик Холди, сегодня мы с вами, ребята, знаете, где находимся? Да вы уже, наверное, догадались, в принципе, вы видите то, что мы, ребята, находимся в Майнкрафте, и посмотрите, ребята, перед началом этого видео, давайте прямо все, ребята, кто сейчас смотрит это видео, пожалуйста, пойдемте, спустимся под это видео, просто на 5 секундочек, ребята, нажмем на кнопочку подписаться, которая находится под этим видео, ребята, она просто находится под этим видео, такая вот красная большая кнопочка подписаться, давайте все быстренько на нее нажмем, тыкаем, ребята, я даю вам, ну, вот сколько вам дать, давайте, наверное, дам, ребята, секундочки 3. Так, раз, два, три. Все, я думаю, то, что вы все, в принципе, уже подписались. Давайте тоже нажмем лайк. Лайк. Потому что я люблю очень много лайков. И давайте все быстренько прям нажмем много лайков. И нажмем кнопочку колокольчик, которая находится рядом с кнопочкой, ребята, подписаться. Давайте, чтобы видеть мои видео самыми первыми, ребята. Кстати, посмотрите, сзади стоят очень много жителей. И смотрите, под прошлым видео Кристина Лаженцева, ну, то есть я задавал пример, чтобы ребята помогли мне посчитать пример, сколько будет 7 плюс 4, ребята. И посмотрите, Максим Коваленко и Кристина Лаженцева помогли мне посчитать, они написали то, что 7 плюс 4 будет 11. И за что я вам очень сильно благодарен, потому что 7 плюс 4, ребята, правда, будет 11. А если вы хотите попасть в мое следующее видео, то обязательно напишите какой-нибудь сейчас, прямо сейчас спуститесь вниз и напишите, ребята, любой комментарий. Например, как у вас дела, чего вы сегодня кушали, например, во сколько вы сегодня проснулись, чего вы вообще делали весь день, ну, в зависимости от того. В общем, а если вы не знаете, чего написать, то просто напишите в комментариях, ребята, помогите мне решить вот этот примерчик. Сколько будет, ребята, 13? 13 плюс 4. 13 плюс 4. Давайте быстренько напишем в комментарии. Мне кажется, то, что, ребята, 13 плюс 4 будет, знаете сколько? Мне кажется, будет 11. Так, если я не прав, то напишите, пожалуйста, в комментарии, сколько же это будет. И тогда вы попадете в мое следующее видео. А чтобы точно попасть в мое следующее видео, то напишите вообще как можно больше комментариев, ребята, чтобы я вас заметил. И вот смотрите, вот эта картинка. То есть, смотрите, я вот такой вот нубик попал. Смотрите, куда, ребята, я попал. Ну, то есть, я просто, ребята, гулял по миру Майнкрафта. И знаете, чего я увидел? Вот такую вот деревню, которая состоит из одних алмазов и золота, господи, точнее, из алмазных и золотых, ребята, блоков. Это самая богатая деревня, наверное, которая вообще существует в Майнкрафте. И знаете, ребята, мне кажется, то, что сегодня мир Майнкрафта предоставил мне миссию, чтобы я просто выжил вот в этом крутом мире. А, ребята, давайте подумаем, что же вообще нужно сегодня в этом видеоролике нам сделать. И прямо сейчас идите в комментарии и напишите, пожалуйста, если вы не знаете, сколько будет 13 плюс 4, то просто напишите, чего же мне сделать в этой деревне. А вообще лучше напишите, какое видео следующее снять. Вот какое видео, ребята, вы хотите? Может быть, например, что-нибудь, какой-нибудь крафт. Напишите, может быть, что-нибудь скрафтить. Вы хотите, чтобы я что-нибудь скрафтил. Может быть, вы хотите там, чтобы я спел песенку какую-нибудь. Кстати, давайте, возможно, споем песенку, знаете? Исполнитель есть такой, Реми Эними, кстати. Можете послушать, ребята, написать там в Одноклассниках или где вы там сидите. Ну да, в Одноклассниках, я думаю, то потому что я вот сижу в Одноклассниках, и все мои родители сидят тоже, ребята, в Одноклассниках, потому что Одноклассники, я тут очень, да, люблю Феррари, мы зрать. Уф, так, ну ладно, очень крутая песенка на самом деле. И давайте, может быть, уже, наверное, приступим к выживанию, ребята, в этом крутом золото-алмазном мире. Давайте, блин, посмотрите, как здесь много жителей, и мне кажется, то, что нужно у какого-нибудь жителя вообще спросить, что случилось с их как бы деревни. Так, вот смотрите, здесь стоит житель. Ой, не-не-не, мне не нужно, чтобы было два жителя. Кстати, их всего-то очень много в этом мире. Точнее, в этой деревне. Они здесь, походу, это самая большая деревня. Потому что посмотрите, как много жителей в каждом домике находится. Я вообще, на самом деле, никогда такого не видел. Так, давайте посмотрим в этом домике. Нет, здесь никого нет, я не думаю, то, что он на второй этаж поднялся. Так что, ну вот, давайте просто подойдем к какому-нибудь жителю, который стоит на улице, и вообще зададим вопрос, чего произошло с их деревней. Вот, смотрите, один стоит. Привет, житель, слушай, можешь подсказать мне, пожалуйста, что произошло с вашей деревней, почему она стала из вот таких вот алмазно-золотых блоков? Объясни, пожалуйста. Ну, слушай, в общем, деревня у нас Чего ты говоришь, я тебя не понимаю. Поэтому, ребята, житель какую-то пургу несет просто непонятную. Они почему-то вообще не умеют разговаривать. Сколько жителей я уже не встречал, они почему-то ни один не умеют разговаривать. Они построили что-то, вот такое вот мямлют. Чего-то мямлют, ребята, непонятное. Так, может быть, у этого спросим. Житель, а что произошло с вашей деревней? Почему вот эти блоки не из... Ну, то есть не деревянные доски, а вот такие вот золотые блоки и алмазные? Не-не-не, все понятно, это тоже какой-то дед непонятный. Так, и, в принципе, ребята, я знаете, чего предлагаю? Наверное, нужно уже начинать выживать в этом мире. Так, давайте, соберем, может быть, немного пшеницы, а может быть, картошки, может быть, чего здесь вообще есть. А ну-ка, давайте побегаем по огородам и посмотрим, чего же здесь можно собрать и чего мы можем здесь с вами, ребята, покушать. Так, и, здесь есть пшеничка, здесь есть еще чего-то.
Так, вот эта вот доска. Если вы, ребята, до сих пор не нажали на кнопочку подписаться, на кнопочку лайка, на кнопочку колокольчика и не решили пример, который я задавал в начале этого видео, то прямо сейчас, ребята, спускайтесь и пишите, сколько же будет 13 плюс 4. Ставьте лайк, колокольчик нажимайте и кнопочку подписаться. И, кстати, еще раз привет Кристине Лаженцевой и Максиму Коваленко. Так, и, в принципе, ребята, все, я думаю, то, что можно, наверное, начинать выживание в этом... мире, правда, я до сих пор не понял, почему, что вообще случилось с их деревней, с их домами, почему они эволюционировали как-то, непонятно, ну, в принципе, я думаю, какая мне разница, да, ребята? Так, и для начала я предлагаю, в принципе, хоть здесь, в этой деревне есть дома, но я вам, ребята, предлагаю построить свой, потому что, ну, знаете, в своем доме куда, ну, жить куда лучше, в принципе, потому что, когда с кем-то живешь, ну, как-то не очень удобно, а вот... Когда есть свой чистый домик, это очень, на самом деле, прикольно. Так, так, у меня есть вот заборчик, который я буду ставить у себя как бы во дворе. Так, давайте вот еще вот тут заборчик, наверное, соберем, чтобы у меня было очень много забора, ребята, потому что здесь нету. Здесь, ребята, вообще посмотрите, это же просто пустой мир, ну то есть плоский мир, в котором, ребята, ни дерева нету, ничего, ни угля там, ни железа. Здесь просто, ребята, деревня единственная, наверное, которая из алмазов и золота состоит. Я вообще не понимаю, почему, как такое могло произойти, что случилось с их миром. С их деревней. Ну, в принципе, это очень круто, и благодаря жителям я смогу теперь себе построить очень крутой домик. И давайте, наверное, выберем какой-нибудь один домик, который мы разрушим, в котором никто не живет. Так, а то, представляете, если мы разрушим дом, в котором будет кто-то жить. Вот, давайте дверку сломаем. Давайте сломаем вот эти вот все блоки. Так, и давайте посчитаем. Ребята, напишите, вот когда я сломаю все вот эти блоки, напишите, сколько у меня их было. А вообще, кстати, можете написать, сколько было лайков, когда вы нажали на лайк. Ну, то есть, сколько было лайков до вас, до вашего лайка. Можете это тоже написать. Так, и давайте продолжим уже ломать, потому что, блин, посмотрите, у меня уже 10 золотых блоков и 6 алмазных. Это очень круто, господи боже мой. Так, погода почему-то какая-то не очень становится, нужно ее поменять. А то я вообще на самом деле не люблю дождь. А вы в комментариях можете написать, какое время года вы больше любите. Зиму, лето, весну там или осень. А если не знаете, что это такое, то просто можете написать, какая погода вам больше нравится. Например, мне больше нравится лето, но вы знаете, летом мне всегда хочется, чтобы было прохладно, как зимой. Ну, в принципе, как и зимой. Мне всегда зимой хочется, чтобы было как летом, а летом как зимой. Ну, я думаю, то, что вы меня поняли. Мне кажется, то, что у всех такое желание есть, потому что, знаете, зимой очень холодно, да, и хочется тепла. А летом очень тепло и хочется холода, господи боже мой. Так, а стекло-то не ломается, поэтому... А стекло-то я, кстати, ребята, нигде не смогу найти, потому что стекла-то здесь нету песка. Так, ну, в принципе, ничего страшного, я думаю. В принципе, дома могут быть и без стекла, мне кажется. Ну, да, в принципе, я видел такие дома, которые без стекла. И они даже иногда... Блин, кстати, посмотрите, алмазный блок ломается куда дольше, чем золотой. Посмотрите, золотой ломается где-то за секунду, а алмазный секунды за две, наверное. Я успеваю столько слов сказать, пока что ломаю алмазный блок, это просто о май гад на самом деле. Так, 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 посмотрите, у меня, кстати, одинаковое количество алмазных и золотых блоков, это очень прикольно. Так, 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 да, вот, ребята, смотрите, по 28. Только сейчас у меня, конечно, будет, наверное, алмазных блоков больше, чем золотых, но, в принципе, ничего страшного, я думаю. Все бывает, как говорится. Ай, так. Да-да-да, здесь у меня, ребята, будет 37 алмазных блоков, по-моему, 36. Да, 37. И 31 золотой блок. Так, земля мне, в принципе, не очень сильно не важна. Я думаю, то, что... Блин, кстати, уже наступает какая-то ночь, нужно поставить утро. Вот, утро мне, кстати, нравится. Вы в комментариях, ребята, можете написать, какое время суток вам больше нравится. Например, там, утро там, или вечер, или, может быть, обед вообще. Когда вам больше нравится? Посмотрите все-таки, какой я реально крутой. Так, давайте построим сейчас быстренько себе домик, 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 он у меня будет очень крутым, нереально крутецким. Так, наверное, только нужно еще один домик сломать, для того, чтобы у меня было как можно больше золотых алмазных блоков. Во, вот этого тоже можно сломать, потому что, в принципе, жители здесь не живут, и зачем вам вообще нужен такой маленький домик, когда у них, посмотрите, ребята, какие здоровые вот такие вот дома есть. А вот эти вот маленькие, я реально не понимаю, для чего они мне нужны вообще, зачем они в них живут там и все такое. Так, я думаю, то, что нужно сначала поломать золотые блоки, потому что они очень быстро ломаются, и мне очень нравится их ломать, потому что это занимает очень мало времени. Так, 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 так. Очень уже крутецкий, кстати, у меня 52 золотых блока и 43 алмазных, 44. Очень круто, я очень богатый в этой деревне, наверное. Самый вообще богатый, мне кажется, потому что... А, кстати, ребята, знаете, чего я предлагаю? Может быть, мы построим домик
Под землей. Правда, здесь всего лишь 3 блока глубина. Ну, я думаю, в принципе, наверное, у нас может получиться. Мы можем крышу себе просто побольше сделать. Хотя не, мне кажется, то, что это будет очень затратно. И давайте, наверное, как-то уже обойдемся без этого. Просто построим дом себе на земле. Такой из алмазов и золотых блоков. Это будет очень крутецки, мне кажется. Так. Что же это у нас такое? Ну-ка, ломаем. Так, а кстати, посмотрите, это чего? Стоит. Это забор, ребята, стоит над домом. Ну, точнее, на крыше дома стоит, ребята, забор. Ничего себе, реально круто. И посмотрите, у меня, кстати, кирка уже заканчивается. Мне нужно где-то взять дерево. Здесь дерева-то вообще, наверное, ребята, нету. Из чего же я буду делать? Это чего? Мне же нужны золотые там кирки и все такое прочее. Ладно, я думаю, вот этот домик доломаем, и, в принципе, мне будет достаточно, мне кажется. Так. Ломаем. Все просто, ребята, давайте долбим. Так. Хопа. Так, ребята, ну все, я думаю, то, что пора уже, наверное, пойти строить домик. У меня, в принципе, и забор есть, и все остальное есть. И так, давайте вот его тоже сломаем сейчас. И побежим строить мой крутой домик. Так, у меня сколько вот уже? 75 алмазных блоков и 72 золотых. Мне кажется, то, что нужно сделать поровну, делать себе очень крутой дом. Так, 73, 74, 75. Да, все, ребята, у меня ровное количество и золотых, и алмазных блоков, и теперь пора построить себе, наверное, дом. И я вот думаю, мне кажется, то, что мне нужно домик делать так, вот параллельно вот этого, напротив, то есть. И вот давайте начнем, наверное, вот так вот. Так, он у меня будет не самым большим, просто таким уютненьким домиком, где мне будет очень комфортно жить. Так. И смотрите, а второй слой мы будем делать из золота. И так вот будет по очереди у нас золото, алмазы. Будет очень крутецкий, ребята, крутецкий просто домик получится. Это мне так кажется. Ну, я думаю, то, что вам тоже кажется, то, что будет у меня крутецкий домик. А, кстати, четвертый слой уже можно будет как-то поразнообразить, получше сделать. Можно будет, например, знаете чего? Можно будет... Не, давайте сделаем, наверное, вот так. Стоп, а уже, наверное, пора крышу делать. Да, сейчас я буду делать уже крышу. Ой, господи. Так, ставим. И уже, наверное, ребята, пора ставить крышу. А крыша-то у нас будет не простая, а золотая и алмазная. Вот это да, вот это я придумал. Так, и давайте, может быть, будем вот так вот чередовать. Вот так, хоп. Ну, я думаю, вы поняли, чего я хочу сделать. Вот так вот просто чередовать буду. Оп. Вы когда-нибудь, ребята, такую крутую крышу видели? Я на самом деле нет. И я очень рада, что я увидел такую крутую крышу в Майнкрафте, которую придумал сам. Она реально, мне кажется, то, что очень прикольная, очень красивая, просто нереально крутая. Так, давайте. Ой, блин, господи, посмотрите, сколько я уже алмазных блоков-то себе поставил. Господи, боже мой. Так. И все, пора, наверное, делать последний. Последний вот так вот штрих, как говорится, господи. Ой, опять что-то не то с погодой. Что такое? Почему идет один дождь? Я не понимаю. Так. И вот так. Угу. Стоп, а зачем же я так поставила? Мне очень интересно. Я совсем нуб получается, да, ребята? Зачем же я так поставила-то? Я вообще не понимаю на самом деле, если честно. Господи, боже мой, чего же я себе такое тут настроил? Мне же нужно сделать все абсолютно по-другому. Блин. Да, вот это вот меня, конечно, понесло. Вот это меня понесло. Так. И накроем мы это дело вот таким вот образом, да? Все. В принципе, на самом деле прикольно получается, мне кажется. Вот так, золотой и вот так вот. Все. Очень-очень даже круто получилось у меня. Ой, только вот это вот нужно сломать. Вот это вот. Надеюсь, что я дотянусь. Да, я дотянулся. Так, и пора, наверное, его сделать на... Блин, его, наверное, нужно будет делать подлиннее. Или не стоит. Да, я думаю. И всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Смотрите видео, которое вы видите у себя сейчас на экране. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать, сколько будет 13 плюс 4 в комментариях. Ой, да, 13 плюс 4. И всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Всем пока, ребята, пока. Я Нубик Холди, которому 7 лет. Нубик.